Федеральное агентство по туризму и Российское военно-историческое общество представляют военно-исторические маршруты России. Побывайте в местах воинской славы страны. Это незабываемое путешествие по страницам нашей истории. Москва, сердце Родины. Сколько раз здесь вершилась судьба российского государства. Белгородская область, Прохоровка, плацдарм крупнейшей танковой битвы Второй мировой войны. Иваново. На северном аэродроме был сформирован легендарный авиаполк «Нормандия-Неман». Тверская область. Битва за Ржев. Одна из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны. Брянские леса. Здесь в 41-м возник крупнейший центр партизанского сопротивления немецкой оккупации. Смоленск. Западный щит России. Больше тысячи лет его жители первыми давали жесткий отпор всем захватчикам. Путешествуйте по России. Гордитесь историей своей страны.